маленький, с воспалением легких, но уже поправляется, ребята. Скажи, я уже почти поправилась. Это Чак Норрис, ребята. Его зовут Чак Норрис. Все, зайчик мой, поправляемся уже, да. Кашляет еще, но уже не так сильно. И идет на поправку. Любаш, огромное спасибо тебе за обогреватель. Все, у ребенка здесь тепло, хотя в квартире очень холодно. Малыш с воспалением легких. 2 недели тяжелых уколов, капельниц в холку, потому что венок не было. И дитё пошло на поправку. Что, мой золотой? Да. Маленький. Кушай, попробуй. Попробуй хоть немножко. Попробуй. Ты кусаешься и нападаешь, да? Такая собака большая мамина. Такая большая мамина собака. Яка такая. Мы любим позировать, да? А, красавчик. Вот такое дитё симпатичное. Чак Норрис ищет дом. Срочно. Да, да, да. Да, любимая игрушка. Катаем, раскатываем. Что? Гуляй давай. Гуляй. И привыкай. Нет, скажи, прячемся только возле ног. Да? Мамин. Что такое? Что ты такой смешной? Красавчик, маме. Да. Красивый ребенок. Красивый мой детеныш, да. Ласкунчик. Вреднючий ласкунчик, да, да, да. Мамин. А это мой крошка-енот. Это мой Чак Норрис. Вот такой слоненок. А ведь ему всего около 4 месяцев.